нас ждет сейчас исторический подарок, последний в этом году. Что ты нам привезла? О, даже так? Ну, да. Я решила подготовиться и посмотреть вашу программу. И увидела то, что вы очень любите путешествовать. Нет, еды я вам не принесла. Еду мы больше любим, чем путешествовать. Ну да ладно. Вот, и поэтому привезла прям конкретно вам две такие открыточки. Проекта международного сфера, международного добровольчества с очень классными фразами. То, что останавливает тебя, в принципе, ничего. Очень прекрасная открыточка, да? И жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта. Но, я так же как... потом не переведу сам. Запоминаю. Там сзади специально пусто, чтобы ты записал перевод. Ок. Ну, а так как вам что-то нужно, ваш музей, да, решила такой... важный и максимально эксклюзивный подарочек сделать. Это значок волонтера с чемпионата мира по футболу. Хост-сити Нижний Новгород. Кирилл не переведет, поэтому вот вам такой. Здорово. Значок. А, кстати, все, что есть в нашем музее соседского Wi-Fi, вы узнаете в следующем выпуске. Не пропустите. Да. А теперь испытание. Я как раз хотела спрашивать, что же у вас там еще лежит. И как это выглядит. Да. Издевательство. А теперь, да, издевательство, как называет это Лена Севцова. Лен. Да, я не готова. Вам точно добровольцам никто не платит? Точно. Точно никто не платит? Никто не платит. Ни за что? Нет. Сгони за шавермой, а мы пока начнем писать программу. Спасибо. Ну ок. Пресс-конференция Путина, городской бюджет, детская площадка в парке Зернова и год волонтерства в России. О чем говорит город, говорим и мы. Обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире «Соседский Wi-Fi», в студии Кирилл Осенин. И Лидия Шулаева. И наша красавица-елочка. Подключаемся. Сегодня втроем. Кирилл. Да. Съездила я тут к Владимиру нашему Владимировичу на пресс-конференцию. Ну не первый же раз съездила. Не первый, второй. Какой? Второй. Какой раз понравился больше? Мне вообще нравится Путин в каждом из его сроков. Красиво я ответила, да? Отстрелялся! Что было интересного на этой пресс-конференции? Вообще, на самом деле, какой-то день сурка с этими пресс-конференциями. Они все одинаковые. Эти бесконечные очереди вначале за аккредитационными бейджами. Потом очередь, чтобы попасть в центр международной торговли, где проходила пресс-конференция. Потом 2 часа отстоять, 2,5 под дверями зала, в котором проходила пресс-конференция. Потому что журналистов все больше, зал остается таким же. В прошлом году были журналисты, которые не попали в зал. В этом году было на 100 журналистов больше. То есть шанс, что ты не попадешь в зал, он огромен, а ехать в Москву, чтобы не попасть в зал и не получить вот хотя бы этот маленький шанс задать вопрос ему самому, ну и увидеть его самого не через монитор, а лично, этот шанс, конечно, упускать не хотелось, поэтому мы приехали около там 9 утра, наверное, в 8:30, встали под дверью и стояли 2 часа. Вы были первой дверей? Нет, там было еще несколько человек перед нами. Четвертые. Нет, там прям толпа, которая обрастала. Потом сказали, все, вначале входят операторы, но там такая толкучка, духота, и там операторы протискиваются, журналисты протискиваются, кошмар. Ну, вот как-то вот с точки зрения организации, можно же было отдельный вход для операторов, отдельный вход для журналистов. Ну, нет, не мне, конечно, учить организаторов, но вот каждый год вот эти вот сложности с попаданием в зал, они, конечно, утомляют. Каждый год перед этой пресс-конференцией в интернете появляется, ну, как предконференциальный, вот это предконференциальный время, буквально это последний час, обязательно все журналисты, во всяком случае, федеральных каналов рассказывают о том, что все из регионов приехали с табличками, пытаются как-то выпендриться. Вот что-то из самого крутого помнишь, чтобы привлечь на себя внимание? Какую табличку, надпись? Мы стояли, когда в очереди к президенту. Рядом с нами была женщина из Нелидовских известий. Это город в 300 километрах от Москвы, Нелидово. И у нее была такая растяжечка с надписью «Мне больно». И к ней подошло 7 или 8 телекомпаний, которые взяли интервью, спрашивали, а
чего больно-то? И она говорила о том, я прям выучила ее речь, потому что она ее 8 раз повторила. Она говорила, мне больно за малые города России. На примере Нелидово. Мы в 300 километрах от Москвы, по большому счету, мы Подмосковье, но у нас до сих пор нет газа. Города, малые города умирают, люди уезжают. И вот у нее был вопрос к Владимиру Владимировичу о том, есть ли какие-то федеральные программы, будут ли эти федеральные программы по поддержке этих малых городов. У нас тоже была табличка, но она такая вот такая вот. Мы засветили название города и канал 16 везде, где можно. Но это уже успех. Это уже успех, но вопрос не задали. Я предлагала нарисовать бомбу. Мне не одобрили. Я думаю, что сотрудники ФСО бы... Не поняли. А какой вопрос хотела задать? Я хотела задать вопрос как раз по бюджету. Та тема, которую мы обсуждаем из выпуска в выпуск, что в нашем бюджете на следующий год не предусмотрены средства на финансирование школьных завтраков, на финансирование дошкольных групп, продленки. Нет, каких-то льгот исчезают. И это как раз федеральная инициатива, потому что есть распоряжение, постановление Минфина, по которому города не могут тратить на финансы на обязательства, не входящие в полномочия городских округов. И вот эти вот все льготы как раз финансироваться сейчас из местного бюджета не могут. С одной стороны, да, как бы мы, кто мы такие, чтобы спорить с Минфином? С другой стороны, у нас же есть закон о ЗАТУ, которому 26 лет. И он тоже федеральный документ, и в нем черным по белому прописано, что жители ЗАТУ получают право на дополнительные социальные какие-то гарантии. Угу. И получается, два федеральных документа вступают в некое противоречие между собой. Понятно, что на фоне вот этого Нелидова, в котором даже нет газа, как-то, ну, с одной стороны, может, неловко говорить про отмену школьной завтраков, которых нет во всей остальной стране. Но, с другой стороны, Владимир Владимирович же говорил о том, что, ну да, угроза ядерной войны, она есть, и это сегодня страшно, и мы должны очень аккуратно действовать, как-то вести себя, потому что, ну вот, вот такая сейчас геополитическая ситуация, и в таком контексте федеральный ядерный центр в НИЭФ, да, и город Саров приобретает дополнительное какое-то стратегическое значение, поэтому, наверное, законы ЗАТО не просто так существуют, и какие-то гарантии должны быть у жителей. Часто пишут, что во время, что пресс-конференция это, грубо говоря, грамотно спродюсированное, срежиссированное шоу, что спрашивают только те, кому, с кем есть заранее договоренности, вопросы аккредитованы и так далее, и так далее. Соответствует правде или нет? Ты знаешь, есть такое ощущение, потому что, ну, вот, я не знаю, мне бы привлек плакат «Мне больно». Ну, почему не спросить? Ну, ладно, вот у нас, может быть, не такой яркий был. Нет у нас проблем все равно. Да. Песков выбирал людей, которых он даже по имени знал. И если региональные журналисты, то вставал, говорил товарищ там, вот, ну, я там в четвертый раз приехал, спасибо, что в четвертый раз задаю вопрос. Ну, понятно. Вот даже знакомый. Этот товарищ, который с Украины задавал вопрос, над которым все посмеялись, про участие Кремля в предстоящих выборах в Украине, точно так же, как они участвовали в выборах президента США. Да. Все над ним поржали. Владимир Владимирович очень красиво ему ответил. Ну, в прошлом году он тоже что-то спрашивал про Украину и тоже про участие Кремля где-то. Обычные, те же самые люди. Вот этих людей я видела год назад, которые задавали вопросы, этих людей я видела и нынче. В следующем году будешь здороваться. За руку уже, да. Поэтому я не знаю, что нужно сделать, чтобы задать вопрос Путину. Хотя, когда я ехала на пресс-конференцию, таксист наш Саровский даже мне счастливый пятачок подарил, сказал, вот на удачу, чтобы получилось задать вопрос. 5 рублей, да, не сработал пятачок. Зато заработал 5 рублей. Зато заработал 5 рублей, тоже плюс. Да. Что у нас там на повестке? Опять? Дай угадаю, подожди, угадаю. И мы про парк. Зернова! А точнее, про детскую площадку. Что с ней опять? Ее должны были сдать 20 декабря. Ее должны были сдать в сентябре. Изначально, да. Но потом сроки переносились. И 20 декабря должно было случиться это событие. Ну ведь детская площадка в парке в декабре так актуально. Все непременно необходимо к ней прийти и поиграть. Да, но я не знаю, сдали ее по бумагам или нет. Но депутаты, которые выехали в парк 20 декабря, отметили, что площадка не доделана.
Да, там основные мафы стоят, но какие-то вот недочетики, недоделочки имеются. Вообще должен был состояться выездной комитет, это планировалось за месяц, что вот 19-го депутаты приедут, администрация перед ними вместе с подрядчиком отчитается, так вот, мол, и так, вот площадочка, мы ее сдаем к обещанному в пятый раз сроку. Да. Но комитет не состоялся, потому что представители администрации не смогли на него прибыть по разным, говорят, объективным причинам. Мол, отпуск, командировка, больничный, туда-сюда. Комитет отменили в силу того, что администрация не пришла по приглашению депутатов по объективным причинам. Объективным. Мне кажется, им нечего было сказать. Но депутаты все-таки пришли, инициативная группа депутатов, вот просто понаблюдать, встретили там представителя субподрядчика. Угу. Который сказал, что вот-вот уже все. Но факт остается фактом. Все-таки в мороз делали работы, которые должны были делать по теплу. И, скорее всего, и об этом говорил Алексей Голубев, когда выезжал, выезжал с проверкой в парк. Скорее всего, по гарантии по весне парк где-то подремонтирует. Это, в частности, речь о покрытии идет. Антитравмоопасном. Ну да, прорезиненном. Да. Не знаю, когда дети в полной мере получат площадку. Хотя, знаешь, вот ограждений там, вот этой вот сигнальной ленты нет. Дети там прям играют. Приходи, кто хочет. Да, а ты видел вот эту горку? С нее ребенок упадет маленький на щебень. Это же страшно. Как говорит субподрядчик, говорит, ну мы вешаем эту ленту. Дети сами срывают, не можем мы круглосуточно следить. А закрывали бы железными щитами, как это делается на любой стройке? Я не знаю, Кирилл. Давай про праздник. Давай про Новый год. Главный символ-то Нового года. Ёлочка-красавица. Вот у нас хорошая ёлочка, она не с кладбища. Я тебе хочу сказать, что наша ёлка не просто не с кладбища, наша ёлка искусственная, её не надо срубать. А вот Стерлитамаки, это в Башкортостане находится город такой, вот там местные власти просто отчудили по полной программе. У нас же перед Новым годом, как обычно получается, все местные власти начинают искать живую красивую ёлку. Сосну. Сосну, да, потому что начинают искать хвойное дерево, да, для того, чтобы поставить на центральной площади города. И вот в этом Стерлитамаке... Лучшее место, где растут лучшие праздничные ели. Нашли лучшую елку на кладбище. На кладбище. И причем, ты понимаешь, самая ржака в том, что ель эта росла на территории, огороженной рядом с могилой, где главный архитектор города был похоронен. Это же просто песня. Человек, который... Ель с могилой главного архитектора на главной городской площади. Это же просто... И ты понимаешь, и вот самый ржак. Ее приехали, значит, такие, о, елка, спилили, значит. И как только местные жители узнали о том, что ель, которая стоит на центральной площади города, принадлежит бывшему главному архитектору города, который, собственно, должен был отвечать за украшение города все свои годы, когда работал. Ну смотри, как это же символично. Поднялся невообразимый хай на эту тему. Их не устроило то, что елка с кладбища, или то, что это елка с могилой архитектора? Мне кажется, что это просто елка с кладбища. Ты понимаешь, ты идешь по улице города и такая... Красивая елка, а тебе такой сосед говорит, кладбище такая. Что? А я бы сразу представила, как они вырубали вот эти вот фильмы ужасов, помнишь, да, там типа кладбище домашних животных. Ночью идут такие с топорами. С бензопилой, да. Рука. Да, да, да. Не надо. Оставь мою елку. Ну, это, конечно, самый новогодний трэш какой-то. Нет, самое ржака в том, что когда в городе узнали, откуда елка, и спросили... Почему именно эту? Администрация не нашла ничего лучше, чем распилить ее на части и оставить гнить на кладбище. Какой кошмар вообще! Как можно было прийти к мысли, чтобы срубить елку на кладбище? Под самый корешок. Что такое? Под самый корешок. Ладно, я думаю, что елка с кладбища новогоднего настроения никому не создаст. Да. Ну, давай, во всяком случае, давай спросим у жителей города, как они создают себе новогоднее настроение. Да, уж очень хочется новогоднего настроения в эти предпраздничные Ирина, дни. Ирина, иди и спроси. На самом деле, создать настроение очень легко. Надел мишуру, шапку и пошел в народ спрашивать, как же создать праздничное настроение. Как? Напиться. И забыться? Да. Елочку нарядить, украсить все в доме, гирлянду на окно обязательно. Веселиться самим. Ребят, скажите, как создать праздничное настроение?
Мне кажется, или все торопятся уже праздновать Новый год. Сам себе не создашь, никто не создаст. Просто улыбайтесь, друзья. Ну, что-нибудь купить хорошенькое, вкусненькое, чтобы кто-нибудь тебя поздравил с наступающим. Ну, во-первых, красивое платье всегда все покупают к Новому году. Мужчины там тоже наряжаются, сейчас уже модно. Главное, побольше двигаться, все будет прекрасно. Надо улыбаться и учиться хорошо. Хорошие друзья, игрушки, сувениры, подарки, магниты, да можно и выпить. Как по мне, точно уехать отсюда, потому что здесь люди все ленивые. Им ничего не нужно. Нужно делать добрые дела перед Новым годом, потому что Новый год – это пора волшебства, а делать мир добрее. Вообще, праздничное настроение вы можете создать себе сами. Например, купить конфетку и съесть ее в одиночку. Но мы продолжаем делиться нашим соседским Wi-Fi, и сегодня к нему подключается волонтер Елена Севцова. Лена, привет. Привет, привет, подключайся, Лена. Подключайся к нам. Давай, крадем ручоночку. Кирилл, давай свой пароль. Лена, постольку, поскольку вы волонтеры обычно без денег, поэтому для тебя сегодня Wi-Fi открытый, поэтому к нему надо просто подключиться. Отлично, никаких паролей. Впервые в истории нашей программы. Ну мы что же видим, мы же все понимаем. Мы же не звери какие-нибудь. Действительно. Все сделано. Отлично. Лена с нами. Лен, год волонтера в России. Давай вначале поговорим о том, что такое волонтер. В моем понимании, это какие-то самоотверженные люди, которым вообще не нравится работать за деньги, и они работают бесплатно, спасают бобрят, кормят котят, ходят с флагами. Ну вот что такое? Это обывательский взгляд на волонтерство. Что такое волонтерство на самом деле? На самом деле, ФЗ, наверное, я читать не буду, да, не с надо полным ФЗ. Определением не да, надо вот нам волонтерства, ФЗ. Но вообще, да, то, что волонтерская деятельность добровольческая, да, она же основывается на принципе как раз-таки добровольности, то, что я действительно сам захотел, пошел это сделать. Действительно, эта деятельность не оплачивается, и все это как раз-таки получается порывом души. И помощь получается вообще в абсолютно разных направлениях, и больницы, и мероприятия, и как раз-таки и бобрята, тюлени, там, пингвины и так далее. В общем, а можно ли поставить знак равно между волонтерством и благотворительностью, или это все-таки разные понятия? Ну, это все-таки разные понятия, и волонтеры могут участвовать в благотворительной деятельности. А в чем вот эта разница-то? Ну, благотворительность подразумевает под собой сбор средств, например, там какой-то материально-технической базы, да, или там действительно денежных средств и так mm-hmm. далее. А волонтерская деятельность иногда под собой вообще никакой материальной подоплеки, получается, не подразумевает. То есть, например, если я помогаю, например, прихожу с какой-то, например, программой, да, вот как, например, больничные клоуны в больницу, да. Больничные клоуны? Да. Что клоуны, это? Не клоны, клоуны. То есть это клоуны. Есть такой проект, причем есть поющие больничные клоуны. Но вообще это выглядит очень классно. Это ведь не про врачей, да? Нет, это про как раз-таки волонтеров, которые... Чтобы умирать было веселее. Почему сразу умирать? Они, наоборот, получается, поддерживают... Чаще всего это как раз-таки дети с вообще различными заболеваниями, к которым приходят, как раз-таки их поддерживают. Если музыкальные клоуны, то у них вот как раз это музыкальная терапия, когда вот это вот все, там, трещоточки, дети сами это могут попробовать в этом mm-hmm. во всем поучаствовать. И действительно, после исследований выяснилось, что идут быстрее на поправку. А ну, дети перестали принципе... бояться клоунов? Потому что в мое время дети боялись клоунов. И ну, я боюсь клоунов. Все боятся клоунов. Ты боишься клоунов, Кирилл? Нет. После фильма «Оно», мне кажется, все забоялись клоунов. Кость, да? Ты боишься клоунов? И что, одна боится клоунов? У меня вообще вопрос другой. Я, поскольку человек практичный, для меня вот волонтерство, вот какая-то в нем есть какая-то вещь, которая, о которой никто не говорит, но она все равно присутствует. Каждый из волонтеров преследует какую-то свою цель. Кто? Корыстную. Корыстную цель, но другой цели не бывает. Я не... Альтруистов, мне кажется, это просто единицы. Ну вот, которые вот утром проснулись, что-то я еще никому за 5 секунд не помог. Я пошел помогать и ушел помогать. Ла-ла-ла-ла. Да, в окно, как Супермен. Блин, и это. Какие прагматичные личные цели преследуют волонтеры, Лен? Не, ну в любом случае, как бы, если мне это... не будет как минимум интересно,
там, как минимум, действительно, какие-то плюсы лично, там, грубо говоря, в мой адрес, там, бонусы какие-то не прилетят, понятно, ну, дело, например, то, что человек не будет этим заниматься. Какие бонусы могут прилететь волонтеру? Ну, вот в моем случае, да, я, получается, 13 лет занимаюсь добровольческой деятельностью. И при этом неплохо живет. Да, спасибо. Да, мне должен кто-то был подбодрить по этому поводу. Вот, смотри, то есть, получается, начинала просто помощью там, в организации мероприятий, потом стала руководителем добровольческой организации, и уже как педагог-организатор получала за это определенную зарплату, был определенный рост. Благодаря тому, что рассказывала о добровольческой деятельности, получается, побывала в Нью-Йорке, в Женеве не единожды, то есть выступала в ООН. Дальнейший карьерный рост, получается, сейчас вот с департаментом мою жизнь связал, и тоже, опять-таки, это все на основе добровольческой деятельности, и как бы изначально это было действительно... Но ведь мне кажется, что недостаточно спасать котят от холода и голода и бобрят, чтобы поехать в Нью-Йорк или выступить в ООН, например. Тут, наверное, надо как-то простраивать свою карьеру в добровольческой деятельности. Ну да, то есть это получается, что вот в твоем случае ты строишь карьеру волонтерскую, при этом еще и зарабатываешь денег, хотя все равно называешь себя волонтером, то есть человеком, который работает бесплатно. Да, потому что помимо как бы своей рабочей деятельности, я еще и успеваю участвовать в различных мероприятиях, так же, как, например, в чемпионате мира. То есть это была действительно вот волонтерская работа, получается. А еще какие цели преследуют? Платят ли волонтерам деньги? Давай по-честному. Вот у нас, сидят, смотрят. Прямо вот в ту камеру, можешь, да? Можешь в ту камеру сказать. Платят ли волонтерам деньги? Волонтерам денег не платят. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Это максимум выражается в оплачивание, например, форму дарят, да, вот если это крупное мероприятие, могут оплатить проезд. В Нью-Йорк. В Нью-Йорк. И в ООН. Нет. Там уже я сама оплачивала, как бы, ну, сам факт, то, что мне дали шубу путь. Шубу купила возле ООН. Что там хот-доги. Там шаурма. Донер приобрела. Не так распространена. Вот, также там, например, оплачивание страховки, приобретение еды, ну, то есть там оплачивают еду. Работа за еду. Между прочим, несколько лет я действительно, получается, работала за еду, и вот вообще не расстроена. Если все вместе сложить, то есть тебе оплачивают самый такой полный путь, тебе оплачивают дорогу, страховку жизни там и так далее. Тебя одевают, тебя кормят. Предоставляют проживание. Проживание предоставляют. Да. При всем при этом, грубо говоря, ты работаешь там, где происходит мировое событие. То есть, по факту, ты едешь смотреть футбол мировой, при этом тебе еще все и оплатили. Нафига тут деньги? Чего бы так не работать-то? Да, чего бы так не работать? Ну, как бы, да. Хорошо, вот сейчас вот получается, когда ты начинала, волонтеров было 3,5 коллеги. Все их знали по именам. 3,5 кого? Калеки. Калеки, да? Калеки. То есть... Почему калеки-то? Да это выражение такое, 3,5 калеки. Просто, ну, 3 человека. Я думала, ты думаешь, что волонтеры, люди, которые выбирают волонтерство, они немножко не в себе? Ну, отчасти я не могу не согласиться. Сейчас волонтерское движение – это какой-то такой фронт аж целый. Люди в него вступают, студенты там идут, школьники там пытаются за какие-то дополнительные баллы туда вступить. Сейчас-то как этим волонтерам пробиваться теперь дальше? Действительно, за 2018 год имидж добровольчества, волонтерства очень сильно поднялся. Вообще, в принципе, увеличение количества волонтеров пошло еще с универсиады в 2013 году, когда вот действительно в Россию вошли крупные масштабные международные события, и волонтерство открылось вот как раз-таки немного с другой стороны, и туда вот повально там 20 тысяч волонтеров приняли участие в таком-то мероприятии, 15 тысяч и так далее. Да? И за год добровольца это все имидж рос. И сейчас, получается, год добровольца заканчивается, но волонтерской деятельности, естественно, нет. И благодаря программе «Социальная активность» как минимум до 2024 года это все также будет активно поддерживаться, продолжаться, несмотря на то, что как бы год театра будет идти. Про добровольцев забывать не будут. Билетики раздавать. Ну, как вариант, это культурное добровольчество. То есть, действительно, добровольчество сейчас есть вообще в абсолютно всех сферах. Чтобы быть добровольцем, необходимо вступить в организацию, или ты можешь быть сам по себе делать доброе дело там соседям по личной? Да, коллеге, если там... я мусор соседки выношу, я уже волонтер. Ты молодец, если выносишь мусор соседки. И как бы это как минимум уже первый шаг
к добровольческой кармы. Деятельности, да, к очистке кармы и так далее. И как минимум у тебя уже есть порыв души в том, что я хочу помогать людям. Это я условно сказала, что я помогаю выносить соседям мусор. То есть соседки все-таки... Сошлось! У нас есть, знаете, человек, который будет ответственный за это работу. А возраст, кстати, волонтеров ограничивается? Волонтеры, мы смотрим на этот же чемпионат мира, это вот школьники, студенты, молоденькие люди... А там 30 плюс, например, 40 плюс. 50 плюс. Пенсионеры у них вообще в вагоне еще, мне кажется, да. Они его и используют. И уже начиная с универсиады как раз-таки вот в Казани в 2013 году, потом в Сочи это еще более усилилось, движение серебряных волонтеров, то есть это вот как раз 45 плюс, когда... Бабулечки, выходя там на пенсию, понятное дело, сейчас, сейчас все 45-летние тети нас сейчас жди минусы ВКонтакте под этим видео. Нет, бабулечки, баба ягодка опять в 45, бабулечки. Ну, уже может заниматься добровольчеством. Александра попросить 45-летнюю ничёшную женщину выдать. Нет, понятное дело, то, что очень многие, кстати, выглядят прям... Очень хорошо, но при этом вот они Костя, уже имеют наш статус. Костя Григорович скоро может быть волонтером серебряным. Честно говоря, меня уже периодически за счет того, что как бы опыт добровольческой деятельности большой, периодически тоже называют серебряным волонтером, потому что видала виды, как бы, несмотря на то, что возраст получается поменьше. Переименуйте, а в телефоне в серебряного волонтера. Не надо. А первый порог, ну, то есть вот откуда можно начинать заниматься добровольческой деятельностью, это 8 лет, это российское движение школьников, тоже они как раз уже занимаются пропагандой. 8 лет? Да, с 8 лет уже официально можно быть добровольцем, с 14 получить личную книжку добровольца и уже активно участвовать. После официальной блокировки Telegram прошло уже 8 месяцев. Мессенджер продолжает благополучно работать, аудитория расти, а мы радовать вас новостями. Впрочем, возможно, уже в следующем году любимую тележку могут прикрыть окончательно и бесповоротно. На канале Линтач появилась информация, что на эту стратегически важную задачу Роскомнадзор намерен потратить аж 20 миллиардов рублей в рамках внедрения технологии DPI, которая используется для блокировки запрещенных сайтов и сервисов. И не важно, что в стране нет денег на лекарства для льготников, лечение тяжелобольных детей, поднятие пенсий и уровня жизни населения в целом. Главное – заблокировать Telegram, пусть даже ценой в годовой бюджет ни одного, ни двух, а пяти небольших городов. Наконец-то Госдума приняла во втором чтении закон об ответственном обращении с животными. И это случилось спустя 8 лет после его внесения в Нижнюю палату парламента. Законом запрещено умерщвлять животных под любым предлогом, избавляться от них без передачи новому владельцу или в приют, устраивать бои и содержать диких животных в квартирах и частных домах. Должны быть закрыты все контактные зоопарки, которые работают в торговых центрах. Также законом установлены правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, обязательно намордник и ошейник. При этом вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников. Впрочем, это все в теории. Как закон будет соблюдаться на практике, покажет время. Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон о полиции, что предполагает наделение людей в форме практически безграничными полномочиями. Теперь сотрудникам МВД можно досматривать вас при малейшем подозрении на то, что вы, к примеру, украли йогурт из магазина и тщательно его скрываете. Кроме того, полицейские смогут без проблем заходить в жилые помещения для задержания подозреваемых в совершении преступления, например, вас с йогуртом. А еще вскрывать личные автомобили и... Как вы поняли, фразочка «А у вас ордер есть» уже не прокатит. Принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от противоправных посягательств, подчеркнули в МВД. Поскольку человек-то активный, мозг у тебя работает очень быстро. Под конец года, не думаю. Тебе достаются фразы из фильмов, которые надо добровольно закончить. Готова? Нет, ну давай. Поехали. А ваш Штирлиц я попрошу... Помочь. А вдоль дороги мертвые с косами стоят. Надо убрать. Ларису Ивановну. Проводите, пожалуйста, через дорогу. Упал, очнулся. Хорошо. Да, мог бы не очнуться. Да. Мои родители хотели мальчика, а родилась...
волонтерка, да? В моем случае, как бы. Отлично, все, мы закончили. Я думала, будет хуже. Это было весело. Давай фоточку нашу с нашей новогодней елочкой и новогодние гости. На мой суперклассный телефон, новый. Ну а на этом все. Ровно через неделю вас ждет наш специальный новогодний выпуск соседского Wi-Fi. Не пропустите. Пока-пока. Да-да-да, пока. Пока.